Своевременное исполнение заказа, гарант качества поставляемой продукции. Все это Самарский металлопрофильный завод. Принимаем заказы на профлист для крыши и забора, штакетник, профтрубы и металлопрокат. Срок исполнения 2-3 дня, максимум не более 7 дней. Доставка в Сергиевский район стабильна каждую неделю напрямую с завода. Пенсионерам и жителям, перенесшим последствия урагана, бесплатно. Наш адрес: поселок Сургут, улица Новосадовая, 64А, торговый центр «Север», первый этаж. Телефон 8-937-206-49, 8-937-206-49. Внимание! В Сергиевском районе открылся интернет-магазин автозапчастей. Мы предлагаем автомасла, фильтры, колодки, свечи, ремни ГРМ, любые жидкости для технического обслуживания. Доставка оригинальных запчастей и комплектующих для вашего автомобиля бесплатно. Ищите нас ВКонтакте, www.vk.com/karetta163. Звоните на телефон, вайбер, ватсап 8-987-904-904-3, 8-987-904-904-3. Запомни, есть все, только спроси. Ну что же, игра снова захватывает наши умы, и снова на первом плане баскетбол. Спартакиада Самарской области, пятый тур, спортивный комплекс «Олимп Суходол». Сборная Сергиевского района в матче, в очередном своем матче, будет искать шансы против лидера сборной Алексеевского района. Наиболее интересные фрагменты данного противостояния вы увидите в течение ближайших минут. Алексей Леонтьев готов как никогда показать свою лучшую игру, чтобы его команда добилась очередной победы. Но перед началом давайте посмотрим на положение команд турнирной таблицы. Здесь не все поединки, матчи, которые были сыграны параллельно. Результаты их сюда еще не внесены, они будут внесены по итогам следующей таблицы. Ну а сейчас мы видим, что Алексеевка, имея 2 поражения в активе, находится на первом месте, так же как и Ставрополь. У Ставрополя 1 неудача. Алексеевка на этой же самой площадке в Суходоле в рамках этого же самого тура умудрилась проиграть Красному Яру, и Красный Яр одержал 5-ю победу. 5 викторий также у Безенчука и 6 у Сергиевска. Сергиевск выиграл как раз у своих обидчиков, у сборной Безенчукского района, довольно-таки уверенно. В прошлой нашей программе вы как раз все это могли видеть. Теперь переходим к составу нашей команды. Под номером 6 на площадку выходил Артем Тарасов, под 5 Алексей Привалов, 1 Сергей Генералов, 10 Иван Каемов, 8 Роман Письменный, 11 Алексей Леонтьев, 4 Денис Колокольников, 2 Дмитрий Шишин, 12 Андрей Котов и 7 Виталий Стадников. Тренер Игорь Бекулов. Итак, 27 октября состоялась эта встреча. Проходила она под куполом спортивного комплекса «Олимп». Наши баскетболисты вышли на игру в форме желто-синего цвета. И Иван Каемов на первых же секундах вот так вот в столкновении немножко повредился и даже показал, насколько ему сложно было подняться. Но все-таки игру продолжил, и сыграл он в этой встрече крайне удачно. Хотя вот на первых минутах трехочковый смазал. Но на подборе Сергей Генералов, на подборе тот как раз, кто и должен подбирать. И Сергей Генералов набрал первые 2 очка сборной Сергиевского района в этом матче. Ну и Алексей Леонтьев, его товарищ по команде, тут же набирает также 2 балла. И сергиевская сборная уже выигрывает со счетом 4-2. Вот так вот на первых минутах, на первых секундах мы 2 очка пропустили, но затем дважды поразили чужое кольцо и вышли вперед. Правда, в обороне действуем пока не так уверенно, не так надежно, как в первом матче. Первая игра, которая проходила неделю назад на этой же площадке между вот этими же самыми коллективами, она была, ну, я бы так сказал, показателем оборонительного баскетбола и антиатакующей. Там очень мало было набрано баллов. В итоге Сергиевск выиграл со счетом 35-28. Ну а первая
Четверть завершилась и вовсе со счетом 5-4. Сейчас уже 9-9, сейчас уже ничья. Баскетболист Алексеевского района в атаке и на трехочковый наметился 13-й номер. И удачно у него все вышло. Из-за дуги попадает игрок гостей. И вот сразу на 3 очка команда из Алексеевского района. Команда, которая идет в числе лидеров областного сельского баскетбола. Уверенно себя чувствуют гости. Ну а сейчас вот так вот в две передачи как раз мяч на Тарасова. До Тарасова дошел и 6-й номер набрал заветные 2 очка. Ну и последние секунды, да, заключительные секунды первой четверти. 17-15, сборная Алексеевского района выигрывает после первой четверти. Итак, четверть под номером 2. Посмотрим, сумеют ли наши баскетболисты навязать сопернику борьбу. Пока получается, много мячей попадает в кольцо, как сейчас Иван Каемов. Это его трехочковое попадание. И 21-19 сборная Сергиевского района снова вырывается вперед. Второй раз в этом матче. И снова ненадолго 9-му номеру удался хороший проход. Под кольцом его никто не ждал. И 2 очка наши гости уверенно заработали. Еще 2 балла, тем более с фолом. И уже, как мы видим, 25-21. И тайм-аут пришлось брать Игорю Бекулову, чтобы исправлять ситуацию. Но пока не получается ничего сделать. Потому как баскетболисты Алексеевского района и здесь на перехвате сыграли удачно. И в быстром отрыве еще 2 очка набрали. 28-21 и 30-21. Есть еще 2 очка. Иван Каемов из-за дуги попадает. 10-й номер. Все нормально. Сегодня с прицелом у него все в порядке. А вот у Сергея Генералова, ну, он сегодня уже отличился. Хотя вот сейчас со средней дистанции промазал. И в итоге 34-25. К большому перерыву мы проигрываем. Внимание! В Сергиевском районе открылся интернет-магазин автозапчастей. Мы предлагаем автомасла, фильтры, колодки, свечи, ремни ГРМ, любые жидкости для технического обслуживания. Доставка оригинальных запчастей и комплектующих для вашего автомобиля бесплатно. Ищите нас ВКонтакте www.vk.com карета 163. Звоните на телефон, вайбер, ватсап 8-987-904-904-3. 8-987-904-904-3. Запомни, есть все, только спроси. Ну что ж, друзья, начинаем рассказ о наиболее интересных фрагментах второй половины матча баскетбольной спартакиады между сборной Сергиевского района и сборной района Алексеевского. Пока наша команда уступает и уступает достаточно много. Сергиевцы во второй четверти много очков пропустили. Пропускают они и сейчас. 36-25 плюс 11 у Алексеевского района. Команда из Алексеевки 28 очков набрала за весь матч. В предыдущем противостоянии этих коллективов, а сейчас уже 36, правда, Иван Каемов 2 балла набирает, сокращает разрыв в счете. И чем ответят гости? Снова индивидуальный проход. С индивидуальными проходами у них сегодня все в порядке, да и как с подборами. Также Алексей Леонтьев получил небольшое повреждение, в итоге встал. Алексей Леонтьев в этом матче, кстати, между прочим, набрал 4 фола. 5 фолов у Сергея Генералова, и Сергей Генералов вынужден был досрочно покинуть площадку в этом матче. Ну а сейчас Алексеевка по-прежнему наращивает преимущество. У нас Дмитрий Шишин набрал первые очки. Андрей Котов подбадривает партнеров, выходит на площадку. Замены производит Игорь Бекулов. Дело в том, что наша сергиевская команда как раз перед этим встречалась со сборной из Безенчукского района. Эту игру вы могли уже видеть на нашем телеканале. Выиграли сергиевцы, но, конечно, физические затраты присутствуют, и наша команда пока никак не может справиться с соперником. Уступаем, и 35-48, минус 13 перед заключительной четвертью.
Итак, 10 минут осталось у сборной Сереги Скворена, чтобы исправить ситуацию, чтобы спасти положение, чтобы, возможно, перевести игру в овертайм. Сергей Генералов 2 очка из-под кольца. Сергиевцы проигрывают и проигрывают достаточно много. Минус 11, уже снова минус 13. 13 номер делает разрыв точно такой же, как у него номер. Каемов, великолепная была передача на Андрея Котова, но Андрей Котов не прочувствовал ситуацию и не успел достать мяч из-за боковой линии. Сергиевск продолжает позиционное нападение на Генералов. Генералов из-за дуги попадает. Генералов, Сергей Генералов, есть 3 очка, 5 баллов набрал он в этой четверти. Все здорово у первого номера, и Каемов также из-за дуги. Ну что же, начинаем мы погоню. Сейчас в обороне бы сыграть надежно, уверенно. Ну как здесь сыграешь? Ну как их можно прикрыть? Сборная Алексеевского района набирает еще несколько очков. И вот проход. И после прохода мяч как будто засасывает в кольцо. Увы, увы, наша команда уступает уже 57-45. 12 баллов. Остается последние секунды. Идут, все. И здесь попадание. 62-45. 62-45. Сборная Алексеевского района отпраздновала победу. Взяла реванш у нашей команды. На этом игра завершена. Своевременное исполнение заказа. Гарант качества поставляемой продукции. Все это Самарский металлопрофильный завод. Принимаем заказы на профлист для крыши и забора. Штакетник, профтрубы и металлопрокат. Срок исполнения 2-3 дня, максимум не более 7 дней. Доставка в Сергиевский район стабильно каждую неделю напрямую с завода. Пенсионерам и жителям, перенесшим последствия урагана, бесплатно. Наш адрес: поселок Сургут, улица Новосадовая, 64А, торговый центр «Север», первый этаж. Телефон 8-937-206-49. 8-937-206-49. Итак, лучшим игроком по версии нашей программы в составе сборной Сергиевского района стал Роман Письменный. Он набрал 10 баллов, столько же у Ивана Каемова. Но Иван Каемов не забил несколько мячей в третьей и четвертой четвертях. Положение команд после 5 проведенных туров. Ставрополь 9 побед, у Алексеевки 8 викторий. У Красного Яра и у Сергиевска по 6 побед, по 4 поражения. Наша команда и Красный Яр делят третью и четвертую строчку в турнирной таблице. Далее Похвистнево, Безенчук, Приволжье, ну и Большая Глушица, у них в графе победы 0. На сегодня все, друзья. Это была игра. С вами был Дмитрий Сурков. До новых встреч.